А где он написал? Он мне в ПМ написал. Меня кашум. Зачем он тебе в ПМ написал? Потому что я спросил в репорт, когда кап закончится. Ну, видел сообщение просто. Сколько КД между каптами? 15 минут. Пока что будь в тере и все, и никуда не уходи. Пойдем крышу займем этого ебучего. Да. Отель. Да. Только знаешь, как ты на отель не залазь не по этой лестнице, а по задней? Да, то, я что... знаю. Я же проходил одиночку. Вы в Арбуках вообще? Да. Нет, мы в гетто. Балласах. Я девят... на копты пришел. Че ты с девятки ушел? Да, он я не ушел, я пришел на пару коптов помочь пацанам. Через зад залазь, а не через перед. Через перед нельзя, потому что, по-моему, если я не ошибаюсь. Там нельзя, там не запрыгнешь. Там а мне можно в форуме приехать и помочь вам тоже? Ну если не, тебе не, чечен... там чечен чекнет, он 300 минут ходит это... даже, да. Помеха капт. Мем... Так я баллов буду ты... тоже. Ну ты у нас с мемер даже не отображаешься. Да, вообще пофиг. А ПРП, я ПРП этот. По факту, да. Обойди магия. Сзади. Обойди сзади, вон лестница. Я сейчас все равно, если чечен напишет плюс нахуй красный. А мы не на тере, походу. Так и чё? Можно не на тере находиться. Ты обвес акса снял? Я все снял. Да-да-да, иди туда, обходи. Там лестница будет. О, Ирит гроется. Могу попасть по нему, АФК встал. Ну и я ему дал 2000. И... А он офнулся сразу, бля. Его может крашнуло.